Читай, пожалуйста. Я тебя не слышу. Максим, прочитай, пожалуйста. Я не слышу тебя. Я, ну, ты говоришь что-то? Я не уйду, пока ты это не прочитаешь. Макс, я пишу, потому что только так смогу сказать то, что чувствую. Ведь ты не хочешь слушать меня. Я хочу, чтобы ты знал. Ты очень мне дорог. Но с тобой очень непросто. Когда ты рядом, у меня такое чувство, что я все время хожу по краю пропасти. Сегодня ты говоришь, что любишь, а завтра уходишь, не объяснив причины. Ты причинял мне много боли, но также подарил самые незабываемые моменты. Помнишь, как мы вместе удирали из школы на мопеде? И тот пикник на поляне. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Я не забуду никогда. Я надеюсь, что ты помнишь. А если вдруг забыл, я расскажу тебе об этом. И буду рассказывать снова и снова. Максим, я знаю, что ты теряешь память. И теперь понимаю, почему ты так поступил со мной. Но если ты думаешь, что мне будет лучше без тебя, ты ошибаешься. Без тебя мне плохо, потому что я люблю тебя. И единственное, о чем прошу, не отталкивай меня и позволь просто быть рядом. Это что, письмо Татьяны Онегина? Максим, пожалуйста. Да, где? Пожалуйста. Уходи. Не отталкивай меня. Уходи. Максим, пожалуйста, не отталкивай меня. Хорошо. Я прошу тебя, пожалуйста, уходи, не отталкивай меня. Ты слышишь? Не отталкивай меня.